Увеличение количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в Десногорске фиксируется ежедневно. Одной из превентивных мер становятся регулярные рейды представителей администрации и Роспотребнадзора. В пятницу 6 ноября проверка санитарных мер прошла на Десногорском рынке, в том числе по причине обращений граждан. Я сюда приехал, штрафовал женщину. Да? Протокол написал. Да уже два раза. И до этого я приезжал, тоже писал. Тем не менее, при визите комиссии все было в пределах нормы. Наличие антисептиков, маски и перчатки на продавцах и покупателях. На момент проверки все продавцы в масках. Требования закона, указа губернатора соблюдаются. Также комиссия посетила павильоны непродовольственных товаров, где, как выяснилось, тоже не пренебрегают особыми санитарными мерами. Если покупатели приходят без маски, обслуживаете? Или... Все покупатели приходят в маске. Все сознательные. Подобные профилактические рейды представителями администрации и Роспотребнадзора будут продолжены и далее.